Krzysztof Nodar-Ciemnołyski, Tamada Tur, polakogruzin.pl. Wychodzę z siebie, wychodzę z Kwebri, żebyś ty na wycieczce do Gruzji był zadowolony. Tutaj dzieje się prawdziwa magia. Jesteśmy w wytwórni braci bliźniaków Gi i Geli w miejscowości Napareuli w magicznej Kacheti, czyli ojczyźnie, kolebce wina. Сейчас мы находимся в винный погреб братья близнецов Гия и Гела Гамткицулашвили, которые в 2005 году возродили старый погреб. Они родились и выросли в этом доме. После того, что мы увидим, они сами построили, они сами это все сделали. Сейчас мы можем зайти, узнать, как мы используем в данный момент старый погреб. Вот это наше лого, как символ, два брата-близнеца, два мужчина. Всех на бутылках. Вот это лого идет. 9 стран на экспорт наше вино. Россия, Украина, Латвия, Литва, Германия, Англия, Америка, Китай, Япония. Сейчас Польша тоже пойдет осенью уже. Наше вино. А вот это Сацмахели. Вот 80 лет тому назад здесь впервые давили виноград. Сейчас это для гостей. 80 лет? Да. Гости сами могут собрать виноград, принести сюда, раздать, потом подниматься, ногами давить. И вот это сразу все это сок идет и наполняется все эти кушини. Здесь вино делается у брата близнецов только в кушинах. И все это гости оставляют здесь. Это тоже стакан для нас. Пьем, оттуда вино наливают и пьем. Кто смог так пить, я гости имею в виду, конечно, все эти подписи остались на данном здесь у нас. Виноград собирают перед вами и собирают делается. Вот это гости, они здесь собирают. И там давят, и там делают именованные бутылки, именованные вино. Здесь мы делаем грузинский хлеб, вот сейчас еще теплый мы видим. Сейчас мы сделали хлеб. Вот. Это тоже глина, мы прилипаем и делается хлеб. А вот отсюда начинаются все кушини. Мои друзья, сейчас под нами внизу сейчас около 600 тонн вина. 600 тысяч литров. Вот сейчас мы открыли вот это. Вот это фото, это снято 10 лет тому назад, вот отсюда, той направление, что было здесь, был открытый погреб. Вот это все 5-тонные кувшины. Настоящий 3-тонный кувшин, а вот это статуя, монумент. Братья-близнецы поставили статуи, кувшина, потому что все вино, что делается здесь у нас, делается только кувшина. Кстати, решили вот поставить статуи, сейчас мы вот это нарисовали, как будто возродили 6000-летний кувшин, который найден у нас в Грузии, маленький кувшин, конечно, на этом кувшине было вот это фото, и мы как смогли перерисовали на большой кувшине. Вот сейчас мы находимся в музее. Музей кувшина, музей Квеври, вот эта форма кувшина. Все кувшины имеют вот такую форму. Не имеет значения кувшин 10-литровый или 10000-литровый. У всех вот такая форма, это самая оптимальная форма. Вот здесь формула, сколько должен быть высота, широта. И когда я даю заказ, мастер так делает, что соблюдает и содерживает вот эту форму. А вот это наша Грузия, начиная с Абхазии до Кахети. Сейчас мы находимся в самый восточный край Грузии, до Кахети. Вот пустые кувшины, где нарисовано, это обозначает, где раньше делали грузии кувшины. Мы видим, что везде, в всех регионах Грузии раньше делали кувшины и вино там наливалось. А сейчас, в данный момент, где делаются кувшины? К сожалению, только 3 региона осталось. Это Кахети, Имерети и Гурья. Только одна деревня в Кахети, это Вабисубами, 3 деревни в Имерети, 1 деревня в Гурье. Только 5 деревень осталось в Грузии, где делается Квеври. Регион Клемокартли, деревня Шулавери, здесь найдена самый старый кувшин в мире. 8000-летний кувшин, где были косточки найдены виноградного, которые были из культурного винограда. Это значит, что тогда, 8000 лет назад, уже были сорты винограда в Грузии. А сейчас сколько сортов осталось в Грузии? В мире до 1400 сортов, из них 524 это грузинские сорта. 80 в Кахети сейчас, где мы находимся. Кахети это первый регион для винограда в Грузии, самый большой регион.
Самые популярные сорта это кадители белые, саперави красные, вот кисти, что-то все это. Винные сорта в кахете. Как делается кушинца? Очень много из зелья, но это специальная глина, которую мастер знает и добывает. Это старые транспортные средства доставить глину, уреми называется. Ну, сейчас, конечно, на машинах это все происходит. Есть в Грузии много горах, тем более мы используем тоже уреми. Добавляется только вода и песок речной, больше ничего. И мастер начинает строить кувшин. 2 месяца строится кувшин. Поэтому мастер всегда вместе начинает делать 10-12 кувшинов вместе начинает делать. После этого они сами стоят в сухом виде. В комнате высыхает 12-16 градусов температура, что высохли кувшины. После этого самый главный процесс – обжег кувшина. Мы видим печку, у этого печки дверей нету. Каждый раз мы стену ломаем аккуратно, заносим внутри кувшины и опять строим эту стену. Оставляем только вот дырку для огня. 12 дней идет обжог. Сначала маленькая температура, и каждый раз добавляется и добавляется. После этого мастер останавливает давать огонь. Ждем 1-3-4 дня, что сами остыли внутри кувшины. Опять стену ломаем, оттуда вытаскиваем кувшины. Почему даем пчелиный воск, что вкус глины не взял вино? Снаружи мы делаем известным, это антисептик в первую очередь. Вот это самый старый кувшин в мире, 8000-летний кувшин, который у нас в Тбилиси в музее стоит. Вот это 6000-летний кувшин, вот это мы нарисовали, вот это большой монумент. Первый-второй век обнаружены погребы Грузии, это у Плисихи, вот нужны старые погребы. Всех мастеров, когда умирают, рядом кувшины кладем, так хороним. Как мы кувшин кладем в земле? Копается яма большая, и кувшин ровно вертикально мы кладем в земле. Это если один кувшин. Если много кувшинов вместе надо, вот мы это фото видели, это братья-близнецы сделали, вот это наш погреб, а вот это погреб Гурджани. Как делается? Вся яма копается, ложим кувшины, потом землей насыпаем и трамбовку делаем. После этого, когда кувшины в земле, начинаем чистить кувшины. Прошу вас, как чистится кувшины? Человек залезает внутрь кувшина, веник зверобой, чистая вода, вот так стоит, здесь и вот так чистишь кувшин. Очень трудно чистить кувшин, закрытая зона, воздух тоже мало, холодно внутри. Грязная вода остается, берем ведрами, даем, выливают, чистые дают. Маленькие кувшины как мы чистим? Там невозможно зайти внутри. Это дикий черешня, деревянная кора. Сверху мы чистим кувшин. Там грязная вода остается, как мы берем. После этого, когда кувшины уже чистые, можно и давить виноград. Прошу вас, как давится виноград. Вот мы видим сацнахели, вот мужчины стоят, начинают давят виноград. Вот сначала сок идет виноградный, потом берем и жмих тоже бросаем туда. Когда мы делаем по грузинской технологии, вместе жмиха. Все продукты, что можно делать из винограда, расположено здесь у нас. Шампанский, уксус, грейпсид-ойл из косточки масла, чача, варенье, компот. Коньяк, вино, стыль, портвейн. Все это делается из винограда. Для нас виноград это самый дорогой фрукт, потому что главный напиток вино делается из этого. Сейчас пойдем, лично для меня самое хорошее место это закрытый погреб. Прошу вас. Вот сейчас мы находимся в закрытом погребе. Здесь всегда вот так холодно. Всегда вот так, одной и той температура здесь, на улице холодно. Сколько или... градусов? 14? Да, вот 12-16, вот так. 12-16 степень, так? Да, всегда. А вот это эксклюзив, это у нас запатентовано. Настоящие кувшины, настоящим вином, жмихом. Вот это братья-близнецы от Кия и Гела, Гантки Цулашвили, вот это самые, это вот придумали, сделали. Это уникально смотрится в сентябре, в октябре, когда идет процесс брожения. Сколько дней продолжается, как там бродит виноград. Вот это жмих, мы точно знаем здесь, у близнецов, сколько дней продолжается брожение. Почему уникальный кувшин?
посуда, как там бродит, это все в лайве мы видим. Этаж мы сначала наверху находится, виноградный сок внизу. Когда идет процесс брожения, когда закончится, жмих уже идет внизу, вино поднимается наверх. И когда закончится, потом начинается фильтрация натурально в кувшине. Когда мы отделяем уже, вино уже фильтрованное, уже можно сразу бутылку положить. А вот из жмиха потом делается чача.